Улица Музейная. Отсюда слышно колокольный звон. Пошел первый снежок. Сегодня будет технический прогон. Видео, звука, танцоры, артисты. Репетиция будет. И начинается история, уже все идет развитие. А так это вот очень хорошо. Для тебя это сделать, это без проблем. Ведь, да, вот я, вот она, почему она я вырастает? Что сейчас она начнет дефис выдавливать. Чуть-чуть. Эхо добавил. Ровицкий, я тебя обожаю. Если это то, о чем я думаю. Ну, подожди. Есть. Ты коробки принес. А микрофоны где? А это. Клавиши подключим. Чтобы мы сегодня проверили. Может, сейчас перетащить. Мы начинаем с эхо. Так и назвали. Вот первое, я говорю, так назвали. А, да, так и на. Вот, а второе так и назвали. Да, уже чуть-чуть эхо добавляем. И то есть так же мы вот это вот дело все, я говорю, вот, а как кино, то есть будешь говорить, что куда. Режиссер видео. Каждый раз зал музея будет 30 секунд. То есть вот остановили картинку. Вот. На следующем переходе сначала этот же видеоряд идет. Хорошо, давайте подождем еще минуту. Нет, не портрет актера, я правее с людьми. Да нет, боже ты мой, это другой людьмист. Да, теперь верно. Здравствуйте. Светом и тьмой. Здесь работенка будет. Но ты будешь здесь волшебным. И обвинение не стоит именно в гордыне. Думаешь, я не ценю тебя и твой талант? Он был бы тот же желчный. Какой свет можно поставить, когда вот это создать и атмосферу храма просто? Вот здесь Егор говорит, и здесь вот мы будем добавлять реплики его Павла. Повторять будет про художника, там вот он, праски такие есть. Вот папа хорошо, с этих колонок он хорошо идет. Я думаю, что лучше вот этот вариант. Вот она все тише, тише, тише. И вот она ушла в музыка. Раз, два, три, и пошло песнопение. Вот из тишины, все равно из тишины. Вот я ноутбук взял, вот мы это самое, мы маленьких проверим голоса, а потом я тебе прямо, у меня там текст на ноутбуке. Где включать маленьких, когда Егор будет говорить. Да, если помню, текст есть на ноутбуке. Да. И поцеловал его. А музыка потом. Когда подошли и возложили руки на Иисуса и взяли его. Сейчас помогу. Да.
микрофона будет скрипка-подзвучка. И все голосовые истории сейчас все мы будем. Музыкальный талант Антонио Вивальди проявился уже в ранние годы. Отец Вивальди был цирюльником и играл на скрипке в оркестре Святого Марка. Он стал работать учителем игры на скрипке в приюте Пьета. Это было место, где незаконно рожденные дети спасались от нищеты. Особое внимание в приюте уделялось религии. А так, а если я буду громко ругаться? Попробуй. Так. Так. Вот так. Дай сказать. Пушкин, в отличие от вот этого мерзкого художника. Нормально же общались. Убийцей не был. Нормально, не отрогать микрофон, не отрогать, он же будет естественно. Своих знакомых. Не-не, так я спою, я должен не тоже микрофон. Я сейчас уже спою. Давай мы с тобой повторим. Давай. Короче говоря, что уже... Почеточку лучше. Да, и мир вокруг становится ниже. Да. И что, хочется верить? Составляем там, как это нам. Как нам надо. Да, но тем не менее, мы же должны пропускать материал. Ну да, а я тебе что на это сказала? Вообще в искусстве... Все зависит, да, 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 как и наука, как и вся жизнь, да? Да, конечно. Поэтому мы... А я что тебе говорю? Мы занимаемся правильными вещами. Я тебе это говорю? Да. Мне кажется, ты говоришь. Нет, я уже это говорила. Ну ладно. Значит, занимаемся с тобой правильными вещами. Насчет себя я не сомневаюсь. Насчет себя уже сомневаюсь. Давайте, Егора. Давайте. 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 Здравствуй, Марио, здравствуй, друг мой. Давно не виделись. Узнал своего любимого и ненавистного мастера, всегда неспокойного, постоянно от кого-то и куда-то бегущего, мечтавшего о свободе. Я мечтал о Милане, Риме, Сицилии, Мальте. Мальте, 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 Стоштайберто. Я бежал из Милана и Рима, Сицилии, Мальте. Я бежал от влиятельных покровителей и наемных убийц, от эпидемии чумы и папского гнева. Хватит играть! Да стали вы меня со своей... Хватит играть! Караваджо, тебя и без тебя. Раз, два, раз, два, три. Раз, два. Ну, по Фрейду. Но зато, когда нашли твои архивы и осознали, сколько ты успел всего написать, надо же, опомнились. Тут же ты гордости Венеции, всей Италии и барочной музыки, в частности, сплошной почет, слава и уважение. А тогда, в 18 веке, даже похоронить тебя нормально не смогли. Но ты знаешь, я не остался перед тобой в долгу. Я, например, увековечил тебя на своих работах. Это потом, например, вот этот портрет. Ну что, слышно? Да. А, ну в смысле, понятно? Это, ну, мне что, понятно. Это, ну вы-то знаете текст? Нет, я текст не знаю. Поднимается первая игра, все, дается свет, все, вы в зале.